Привет, друзья, на связи Кубики и... И Леди Леска, всем приветики! Сегодня, друзья, мы с Леской будем играть в вот такой вот режим в Роблоксе, который называется «Гонка супергероев». Да, друзья, как вы могли заметить, это плащ такой у нас. Но, наверное, вы подумали, что это ковер или доска, но это... Нет, это на самом деле плащ, но... Ладно, сегодня мы с Леской будем супергероями, и мы будем, как бы, делать гонку или как это... В общем, да. Мы будем участвовать в гонках, развивать скорость... И менять, я так думаю, героев. Вот, мне что-то так интересно уже начать. Давай, Нубик, уже. Да, давай, друзья. Начинать. Ну а вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях своего любимого супергероя. Супергероя. Да, ну логично было. Кстати, Леска, у меня сейчас подарок, а? А, мне тоже подарок. Да, это точно. Давай, это 25 кристаллов. Тут получается вместо разных монет и так далее, тут кристаллы. Потому что, мне кажется, в каждой игре своя валюта, там кристаллы, монетки и так далее. Мы сейчас, возможно, будем кликать. Да, давайте скорее накликаем. Скорость сейчас супер-пупер-мупер, там, я не знаю. Опа! Нубик, а каким бы ты хотела стать супергероем? Или, может, кто вообще у тебя любимый или кто нравится? Да, у меня особо нет супергероев любимых, если честно. А у меня есть, не знаешь кто? Кто? У меня Нубес. Я что ли? Да. Я супергерой, что ли, Леска? Конечно, я вообще твоя поклонница, у меня дома плакатики твои там всякие, с твоим там этими памперсудами там. Леска! Чё, зайди после Леска, записи ко мне мы летим на второй этаж. Смешно. Слушай, а мне, кстати, выпало 2 подарка и у меня 76 кристаллов. А, у меня тоже 2 подарка, у меня тоже 76 кристаллов, тут получается у каждого по одинаковому. Леска, мы так летим, да. Прикольно! Класс. Слушай, мне тоже нравится, такой бум, и тебе кристаллы выдаю, да, классно? Да, круто. Слушайте, друзья, вот мы сейчас с Нубиком увлеклись вот этими кликерами, там всякими, знаете, ваши там вот эти суперсилу накапливаем. Да. Но вот, знаешь, что, вот это самое крутое, то, что мы с тобой играли, в принципе, до этого. Лес, когда потом откроем яйца, потому что надо же как-то это покупать и так далее, точнее, не покупать, а выбивать. А, не, покупать, конечно. По сути, потому что ты же яйца покупаешь, значит, пэт тоже платный. Да. Слушай, а тут столько фишек. Нубик вообще... Тут знаешь, извините, сколько фишек? Пожалуйста. Так, что говоришь? Да тут всяких штук прикольных. Смотри, можно менять плащи, получается, да? Можно менять вот эту какую-то перчатку суперсилы, не знаю, там надевать. Видишь, да? Подожди, подожди, я сейчас посмотрю, можно ли менять вот эти вот плащи? Слушай, у меня третий подарок. А они скорости, интересно, придают или нет? Так, смотри, за 500 кристаллов можно синий какой-то. Я думаю, что точно придают. А перчатку только за робоксы, прикинь. О, Леска, ты, конечно, меня опередил. Тут еще аура есть. Аура — это типа эффект возле тебя. Да, я вижу, но это очень прикольно, на самом деле. Слушай, ну я не знаю, ты открыла подарок третий? Подарок третий у меня только через 30 секунд будет. Ага, возможно, это прибавит тебе скорости. Я не уверена, но мне кажется, поэтому я тебя обогнала. У нас все одинаково было. А, просто Леска, наверное, зашла раньше мне из-за этого. А, можно, смотри, маунт выбрать, транспорт. В общем, короче, сейчас будем развиваться, очень интересно. Да, мы с Леской будем накапливать здесь суперсилу и развиваться очень даже хорошо. Да, Нубик, это очень крутая штуковина. Так, смотри, Леска, я хочу открыть яйцо, а ты что будешь делать? Слушай, ну давай тоже открою, так, сколько гемов надо? Ура, открывается наконец-то яйцо, потому что в этих Rainbow Friends там вообще яйца у меня не открывались. Какая-то, в общем, ерунда происходила. О, у меня Робин выпал вылетел. Эпик. А? А у меня Робин какой-то, чувачок такой. А, у меня, в общем, есть редкий. Ой. Так, интермиссион. Ух ты, 264 уже этих самых кристаллов, представляешь? Ого. Мне кажется, мне лучше вот этот начать открывать. Кликер, кликер, Нубик, а дай скорее кликер, быстрее. Давай скорее, 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 сейчас скорость надо... 1К у меня. 1К! Тоже, Леска, 1К, ура! Леска, я, возможно, тебя догоню, либо даже обгоню, я не знаю. Давай попробуем, мне кажется, мы сегодня с тобой должны сделать. Леска, ну я с тобой не соревнуюсь, мы просто с Леской... Мы с Леской команда, мы не враги. Не, ну какие враги, уж что-то такие вообще... Вообще... Так, слушай, а у меня оба наделись. У тебя кто, кстати, второй выпал? У меня такой синенький... Как, всё, подожди. А, это же Капитан Америка у меня выпал. 500 у него, прикинь, скорость. А, у меня, кстати, у меня 600 Спайдермен вот это добавляет, представляешь? А, у тебя вообще мощные выпали. Смотри, ты вперед как ушла. А, нет, я чуть-чуть у меня тебя есть такой опережаю. Зелененький какой-то, не знаю, желтенький и Спайдермен. Я на самом деле супергероев не особо много знаю, только там Спайдермены вот эти самые типичные. Ага. Слушай, а смотри...
Нубик, открывай подарок. Там выпадет такой, короче, этот, на 800 скорость у меня выпил Капитан Америка Эпик. О, прикольно! Классно! И ты надевай, у меня тут а все А у меня три. Же через 25 секунд, у меня позже, потому что ты же раньше зашла из-за этого. Да-да. Там просто скорость 800. То есть у тебя точно будет прибавка, у меня 800, 500 и 200. Ты сказала, что еще ярче, почему отличается? Потому что если в самом дешевом и в яйце, который подороже, например... Ну, в яйце с пэтами за, не знаю, за 20 из этих монеток или что это такое. Ладно, пусть я буду говорить монетки, потому что мне так легче. За 20 монеток и за 30. За 20, если выпадет, ну, какой-то пэт с редкостью редкий, то он будет добавлять, не знаю, например, 500 скорости. А если за 30, то если выпадет такой же редкий, только немного по-другому выглядит, то он будет добавлять больше скорости, например, 800. Ого. Тогда, в общем, лайфхак надо открывать все, да, стараться? Ну, открывать надо стараться больше, как это называется? Нет, я имею в виду то, что в яйце подороже, с одинаковой редкостью, персонажа. Ну, один и тот же пэт в разных яйцах может добавлять разную скорость, я не знаю, как объяснить. Ну, поняла, короче, я поняла, да, тут суть. Вроде бы. Ладно. Так, 10 секунд, друзья, мы отправимся на арену, открываем новых наших супергероев. Так, и у нас уже 4, много-много... 3, 2, 1, опа! Я сейчас хочу новых яйца открыть, потому что за... Хорошо, рискну, за 200 открою, потому что Ш... надо такой рискнуть. Такой дорогой, да? Думаешь? Так, я посмотрю сейчас, сколько он добавляет. Так, он добавляет... Сколько? Он добавляет 1.7к, представляешь? Ого. Мне повезло, Леска. Мне повезло. Слушай, а сколько можем надеть? Трое, да, только можем? Мы можем надеть только троих, да, Леска. Лучше всего... Нубик, кликай. Смотри на тех, кто добавляет тебе больше всего, и... Да-да-да. Тебе повезет. Ты успеваешь кликать? Да, я Леска успеваю. Три. Да, у меня 3.2к уже. 3.2. У меня 3.5к. Слушай, я, знаешь чего? А как это сделать, чтобы у нас больше кристаллов? Потому что я хочу купить какой-нибудь эффект или еще что-то. Ага. А, слушай, может быть, это дается, когда мы какую-нибудь полосу преодолеем? Я не знаю. Просто кристаллы копятся довольно-таки медленно, да, согласись? Вначале было быстро, как бы. Вначале, на самом деле, я даже не знаю, потому что каждый раз по один, по два кристалла добавляется. Ну, может быть, даже больше, но я не знаю. Ну, бег, что? У меня подарок. Я тебе не буду говорить, что там выпадет. О! Давай 30 Ладно. Секунд у тебя, да, осталось? Не, у меня 56, на минус почти. Ну, нормально, короче, открывай сразу, не буду спойлерить, я, в общем, этот... О, Леска, спасибо большое, ну, я не люблю, когда спойлер, потому что всю интригу, ну, это самое прерывает, поэтому я это не люблю делать. Да, согласна, я тоже как-то не очень. Так, слушай, ну это вообще... Ура, Леска, мы почти до второй линии нашли, давай постараемся до второй дойти, мы уже такие быстрые с тобой. Знаешь, Леска, есть два типа вот... Да, Леска, мы же быстрые. Да, да, ну довольно-таки. Вот, да. Леска, есть же два типа таких вот игр, которые связаны с гонкой и так далее. В общем, первый тип, это когда ты набираешься, типа, очень быстро, у тебя все получается, выпадает пэт, и всегда везет. В общем, выпадает хороший пэт, и всегда везет, все отлично вообще. Так. А второй тип, это когда вообще все сложно, все плохо, и ты не понимаешь вообще, как тут набирать суперсилу, суперскорость, хотя остальные как бы быстро летают или бегают. Да. Все, я сейчас подарочек заберу. О, 1000! Да! Слушай, смотри, я сразу купила плащ и купила ауру, короче. И у меня стало 100... Мне кажется, это 152 тысячи этих теперь стало. Он, короче, все приумножает просто дико. Я хочу ауру, кстати. Я купила и плащ, и ауру. Мне кажется, электрическая аура. Ты тоже такую голубую, да, купила? Да, мы другую не можем, нам 5к же надо. А, да, кстати, Леска. Не можем другой. Но это электрическая аура, Леска, ура! Интересно, это дает скорость? Хотя нет, у меня не прибавилось. Нубик, а у тебя прибавились кристаллы, скорее всего. У тебя сколько там? 689. Во. Так, подожди. Я хочу кого-нибудь выбить, потому что мне очень хочется кого-нибудь, да, и выбить. Интересно. 1 у меня пэт добавляет 1, в общем, точка 4К. И у меня таких 2, которые добавляют по 1.4К, хотя кликай, они, знаешь, какие кликай. По уровню? Какие? Они всего лишь по уровню, но в них ничего особенного, потому что они вроде бы там обычные, like, ой,
А необычно там Common написано, но при этом не добавляют 1.4К. Представляешь, если это из второго яйца. То есть редкость — это то, что не зависит от скорости, получается? Я не знаю, видимо, да. Слушай, а мне, я, короче, нацепила, там что-то 1800 был, выпал. Ладно, сейчас посмотрим, не знаю, у меня кристаллов просто очень мало осталось. Сейчас я должна их как-то накопить. Ой, Леска, вначале я смотрю в начало и думаю, почему я так медленно движусь? Это, оказывается, не эта девочка с моими, ну, такими же волосами. С похожими. Да. Слушай, а я, кстати, видела в тот раз, мне кажется. Что? Что? У меня написано 280.6. Это что, К у меня? Нет, я тоже думала сначала. У меня почему-то тоже точка 6, только меньше. Вот я такая подошла, думаю, все, мы богаты, сейчас все открою. Нет, не получилось. Я вообще не знаю, почему там точка К появилась. Ну ладно, ничего страшного. Так, давайте на вторую строчку перейдем. Так, у тебя, кстати, какая скорость сейчас? Да у меня сейчас 5.3К, у тебя? 4.7 только К. Нормально, Леска, да ты добьешь. Крути либо второй советую, либо второе яйцо, либо третье, вот. Я, по-моему, третья крутила. Ну, короче, мне надо, да, мне надо питомца выбить сильнее, чем 1000. Потому что у меня самый слабый 800 у него. Он маловато как-то. Ну да, Леска, 800 это уже для нас вообще ничего, можешь сказать. Да, мы вообще уже крутышки тут стали, развиваемся. Тут да, Леска. Но было бы удивительно, если бы нам дали какой-нибудь пэта, за который дает скорость, не знаю, 1500 и подобное. Слушай, а вот это вот мы тогда выясняли, вот это вот на трассе, вот 25К желтенькая у тебя сейчас, это что значит? Это тоже не скорость, потому что я уже прошла и... А я, кстати, не знаю, что это вообще значит, может быть это типа... Это не кристаллы? Нет, Леска, конечно, не кристаллы, потому что если бы, то это было бы вообще очень быстро. Слушай, а вот у меня такое ощущение, что это все-таки может кристалл? Леска, это не кристаллы, почему? Смотри, Леска, я сейчас перехожу на третий уровень, давай, Нобик, успевай! Фу. Это не кристаллы, Леска. Кристаллы так быстро не давали бы, потому что, представь, вот ты прошла первую линию, у тебя, считай, уже накопилось 5К с лишним, даже больше кристаллов, это же вообще что-то. Так, давай я, знаешь, что я попробую вот этих вот открыть. Я даже не знаю, что это. Вот этот открою. Нет, у меня выпал слабоватенький, но зато у меня есть подарок. Так. 2500 кристаллов мне выпало. Какие у меня тут есть питомцы? Сейчас. Надо кликать идем. Скорее. Сейчас, Леска. Так, все, давай я кликаю. У меня 2.6К. Короче, Нубик этот... Что? Кликаем, короче. Не, нормально, все сейчас прибавляется. Так, все, хорошо. Так, вот так вот. Сейчас, Леска, я посмотрю на питомца, потому что... Так, у меня один за 1.7К, 1.7К, 1.4К. Хорошо. Слушай, все, я нацепила все больше 1000. Я надеюсь, сейчас моя скорость возрастет. Так, вот что делаешь? Подожди, Леска, почему я замедлилась так? Или я что-то неправильно делаю, я не понимаю. Или ты раньше начала, или ты больше накликла? А у тебя сколько скорость? У меня 6.1. Прикольно, у меня 5.4, Леска, я не понимаю, я что, замедлилась, или почему я так медленно сейчас? Нет. Вот сейчас, когда тебе подарок выпал? Нет. Сколько секунд еще? Выпал уже. Там просто вот кристаллы. Это. Сколько? Кристаллы. 2700. Вот. Вот я купила, открыла следующее яйцо, которое более дорогое. И купила мне, выпало, короче. Но оно не супер-пупер такое быстрое. Но все равно, в следующем яйце, даже если... В другом яйце, даже если выпадет, например, питомец с редкостью там обычной или редкий, то все равно будет достаточно быстрым, потому что это уже новый уровень, так сказать. Да, согласна. Леска, вот ты, конечно, быстро двигаешься. Я тоже постараюсь открыть. Да, ты открывай питомца следующего сейчас, и может быть я... Слушай, а может я вторую линию пройду? Нет, за 34 секунды, интересно, эту красную. Не знаю, пипец, как-то люди быстро носятся, мне бы тоже так хотелось. Эх, это ж сколько играть надо. Слушай, ну тут немножко, да, поднажать, и в принципе все возможно. Главное немножко, ну, поиграть просто и все разыграться. Да. Так, смотри, Нубик, я на третью полоску первый раз перехожу.
О, ух, Леска, ты молодец! Ты вообще как-то разогналась, конечно, не по-детски. Спасибо. Это мне дал вот этот вот подарок. Питомец приватный. Леска, Rainbow Friends с нами вообще были жестоки, потому что ни подарков, ничего, и яйцо мне еще даже не открылось, представляешь? И всегда сбрасывала скорость, поэтому Rainbow Friends запоминаем. То, что они... Да, Нубик, четвертое открывай, четвертое. О, у меня камон. 4500 вылетело. Что? 4500 прибавки. У кого? Что? Реально? В четвертом яйце 4500 герой вылетел. Пипец, Леска, тебе повезло. У меня выпал только он. Подожди, Леска, я сейчас, когда уже поеду, я посмотрю, потому что сейчас я кликаю. Да-да-да-да. Ой, Нубик, прикинь. Леска, поздравляю тебя. Вообще, я в шоке, слушай. Капец, как это возможно было? Я не знаю, Леска. Но, Леска, возможно, может быть, он редкий или как там? Рейр было, да, слово. Ну вот. А есть даже эпик. Я не писала тогда эпик, насколько быстрый. О, Леска, тоже, кстати, быстрая. А у тебя за сколько? За 4500? Так, у него, да? Да? Да, по-моему. У меня да, за 3к. 3к это всего лишь обычно. Вот камон, это обычно, значит, сколько раз я уже говорила. Ну так вот, и это 3к, да? Всего лишь обычный. А у тебя? А если эпик какой-нибудь или легендарный? Хотя там нет легендарного, там есть эпик. А если эпик попадется, то сколько вообще будет прибавлять? Вообще очень мощно будет прибавлять. Слушай, ух ты, мы с тобой сильно, да, ускорились? Да, повезло. Повезло, повезло. Ха. Ту-ру-ту-ру-ту. Так, Нубик. Что? Переходи на вторую ступеньку. А, я уже перехожу. Я может быть, я даже достану до третьей, но я не уверена. У меня один питомец, я на него смотрю сзади, он такой зеленый, мне как будто какой-то брокколи напоминает. Брокколи? А, это который... А! Это овощ, который ты прям, ну, вообще не любишь, ну, брать. Леска, посмотри, какие-то... Вот в пэтах посмотри, подбери для себя самые сильные, самых сильных. Да, да, я подобрала. Хорошо. Жалко-то мне то, что, типа, ну... Equip the best, там, чтобы лучших самых. А, ну да, кстати, приходится время тратить на кликер, потом не успеваешь, да? Ну, с другой стороны, можно... Хотя, старт же тоже важно, как ты начнешь. Если просто начнешь, то... Хотя, может, не важно, я не знаю вообще. Слушай, Нубик, смотри, я прохожу, что ли, получается, успеваю? Леска, давай ты успеешь, а я вот я уже не знаю насчет себя, не уверена, что я пройду. Но хотя давай, бы половина подожмем. Третьей линии уже точно есть, сейчас половина будет. Подожмем. Леска, молодец, Леска. Капец, спасибо, я вообще в шоке. Слушай, еще и подарок открылся. Леска, ты вообще везунчик. А может я успею? А, нет, мне показалось, 13 секунд оставалось, оказывается. Не-э, нет. Угу. А следующий подарок это... Это не кристаллы. Слушай, что? Открывай, выбивай хорошего бойца, я просто хочу еще сделать хотя бы один заезд, чтобы 5к накопить и купить следующий плащ, посмотреть, какая скорость будет. Хорошо, сейчас. Либо плащ, либо ауру, я даже не знаю, что можно купить на самом деле. Эска, купи лучше ауру, плащ как-то не знаю. Ты думаешь, что... Ну, там надо посмотреть, что сколько прибавляет. Готовимся кликать? А, сейчас. Кликаем. Эх, ну, мне пока что никто редкий не выпал. Мне же не хватает на этого. Как это называется? Леска, давай последний заезд. Четвертого? Ну, давай попробуем последний. Я просто хочу, говорю, 5000 побед все-таки завоевать. Ой, не побед, а этих кристаллов. Хорошо, что в этой игре сохраняется твоя скорость, потому что это очень хорошо, если она сохраняется. Слушай... Это да, я что-то вообще не поняла в этих самых, как там... Нас вообще резко не жалели, нас как-то не любили. Ну, она просто более такая суровая, жесткая игра, то есть там просто все сложно гораздо. Да пройти, тебя еще одновременно тебя еще могут Rainbow Friends вот эти вот завалить, поэтому это на победу не надейся. Да. Так, резко, я явно ускорилась, поэтому... Ну, не... А ты знаешь, что можешь прыгнуть? Нет. Прыгни. Бум какой-то. А, это когда кристалл кидает. Слушай, ну подпрыгивать немножко, а что это дает? А я просто один раз прыгнула, так далеко, так высоко взлетела. Стоп, а я уже на второй линии, так, ура.
Потому что как-то быстрее сильно мы стали, конечно. Ну, я-то не знаю, я как-то не особо ускорилась, потому что пэтов-то не заменяла особо. Слушай, а почему тебе не хватило кристалла купить в четвертом? Потому что он за 2500, а у меня же не столько много кристаллов-то. А у меня почему получилось? Мы же, по сути, одинаково с тобой шли, подарки открывали. Я даже не знаю. Странно как-то так. Ну, сейчас я думаю, что ты сможешь. У тебя сейчас прибавится кристаллов. Когда? Ну, вот сейчас, да. Давай, ну, убей. Ну, ё-моё, опять не успеваю на третьей линии же. В третьей линии закончить. Так, слушай, а это что мне даст? Так. Нубик, я купила ауру. Да? Он мне... Короче, знаешь, что он придает? Половину гемов, 50% гемов накинул. Скорость такая же осталась. Ага. Вот, я сейчас на втором круге еду. А, 3, 2, 1, ну вот, я почти доехала, но... Эх, не получилось, ладно. Так, Нубик, 3600. Слушай, что я могу купить? Ну, ё-мо, опять. Ещё раз кого-нибудь выбить. Так, о, Дарк. Опять Дарк, он. Черный король. Грин Дарт. Слушай, Нубик, ну что, я думаю, что сегодня мы так с тобой довольно-таки прикольно поиграли, погоняли, плавно развились. Вот, друзья, в общем, рекомендуем с Нубесой. Посмотрите, какие у нас красивые ауры. У Нубика молнии, у меня уже огненные. Вот, рекомендуем. Вот, и в общем это... Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья.